Линда Нигматуллина соберет друзей в Москве. Актриса театра и кино отправится в столицу России, чтобы устроить там свой творческий вечер. В обширной программе значится чтение авторских стихов, а также автограф-сессия. Сама артистка обещает приятную дружескую атмосферу и разговор по душам. Все как полагается, с баурсаками и чаем. Запланирована приятельская посиделка на 25 августа. Впрочем, и родные просторы продолжают завоевывать наши звезды. Димаш Кудайбергенов, например, все еще в своем казахстанском турне. Так, с концертом 23 августа он заедет в Кызылорду, а два дня спустя выступит в Байконуре. Приурочил он свои шоу к 25-летию независимости.